стоит отметить, что супертренинг для рук выглядит достаточно просто. Нужна лишь постоянная их тренировка, абсолютно, без остановок и перерывов, ни на секунду. Практика показывает, что это помогает решить одновременно две проблемы. Хорошо прорабатывает рельеф мышц и просто раздувает их до немыслимых больших объемов. Также хорошо известен тот факт, что подкожный жир сгорает наилучшим образом именно в тех местах, в которых мышцы подвергаются постоянному сокращению. Нет необходимости в случае тренировки рук выполнять безостановочно какое-либо одно единственное тренировочное упражнение. Нужно выбрать несколько упражнений. При этом они должны быть направлены на мышцы по очереди, на бицепс и на трицепс. При этом также важно, что руки нагружаются в режиме суперсета. То есть, когда после подход на бицепс заканчивается переходом к выполнению подхода на трицепс. Таким образом, формально руки вообще не отдыхают, несмотря на то, что нагрузка на мышцы антагонист признана самой лучшей нагрузкой. Но по правде говоря, это не совсем справедливо, так как правило работает лишь с 3-4 недели. Именно тогда руки достаточно привыкли к подобному режиму работы. Супертренинг очень хорош еще и с той стороны, что дает возможность прорабатывать мышцы именно с бицепсом и трицепсом, не связанные предплечья и кисти. При этом неплохо укрепляются сухожилия локтей и в некоторой степени плечи. А самое главное заключается в том, что требуется меньшее количество времени для тренировки при таких же и даже более широких результатах. С самого начала занятий по такому принципу полагаться нужно на легкие упражнения. К более сложным упражнениям можно будет переходить постепенно по мере укрепления рук. Что же дает супертренинг? Примерно 20% ускоренного роста мышечной массы рук по сравнению с привычными классическими способами укрепления связок, которые невозможно достичь иным способом. Прекрасную упругость мышечной ткани, высочайший уровень выносливости наших рук, сокращение времени, необходимого для тренировки. Что для этого необходимо? Сильная мотивация, в особенности на начальных тренировочных этапах, когда результата еще не видно, но уже есть необходимость прикладывать максимальное количество усилий. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на канал. До новых встреч, друзья!